Два ветерана. Шеннону Бриксу здесь 33 года. Его сопернику и вовсе 44. Ну и вот такое начало поединка. Это Шеннон Брикс с такими косичками. Две победы. Четыре поражения. Одна ничья. 37 побед нокаутом в первом раунде. Это достижение никто так и не побил. Тем немножко так успокоился, и Брикс одержал победу менее чем за 30 секунд. Тоже уникальное достижение. Но участвовал. Достается сейчас передней рукой. Ну, так вот, в начале 90-х стал он чемпионом США. Опять слева достал Мерси. Впервые дрался за пояс Шеннон Брикс. Но тогда проиграл нокаутом в пятом раунде Леноксу Льюису. В следующем году, 2006-м. Что касается Рэя Мерсера, он еще более успешным был боксером-любителем. Кстати, бой, я сказал, проходит в штате Флорида, а Мерсер родом оттуда. Он, правда, затем переехал в Нью-Джерси, но родом он именно из Флориды. Ну, вот сейчас принимает на себя удары Шеннон Брикс против бывшего чемпиона Рэя Мерсера. 9-го года Мерсер впервые вышел на профессиональный ринг. 18 побед подряд. Первое поражение потерпел в 19-м бою, когда встретился с некогда великим чемпионом Лэри Холмсу по очкам. После чего стал чемпионом Эдди в другого знаменитого боксера-любителя итальянца Франческо Демиани. Рэй Мерсер. В 91-м году он победил Франческо. Забрал. Взорвался сейчас своей атакой Рэй Мерсер. И в 2-м году он попытался снова стать чемпионом мира, но встретился с Владимиром Кличко. И не очень высокий темп. Хотя кажется, что Брикс может этот темп взвинтить при желании. Вот как сейчас, например. Хорошую атаку провел. Хорошая двойка. Очень жестко справа пробил. Нокаутов, наверное, вообще в истории тяжелого веса. Мерсер нокаутировал Томми Моррисона. Кто не видел, посмотрите. Одна ничья, то есть ровно 40 боев. Из 34 побед 25 нокаутов. Все-таки поубедительный в своих атаках более молодой Брикс. Сейчас левый боковой прошел у него. Учивается. Бой, напомню, 10-раундовый. Жестко джебом прощупывает Брикс. Ну вот и Мерсер в атаку пошел. И, похоже, там нарвался на встречный удар. На пол его отправляет Брикс. Наказав за вот этот бросок. Ну, похоже, не готов. Да. Не может подняться Рэй Мерсер. Шеннон Брикс одерживает 43-ю победу, 37-ю нокаутом. Нам осталось увидеть повтор. Вот атака Мерсера. Ну, несколько там ударов нанес без такой большой амплитуды, но тем не менее...